Уходи его, Луч. Говорит Луч. Штурмовой катер без оружия — это просто катер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и у нас прохождение Just Cause 3. Так, в предыдущей серии мы повыполняли немного задания основные. И сегодня продолжим делать то же самое. Так, у нас сегодня задание трое. Это компания, подготовка и еще тут Иден и вот это. Я в прошлой серии до них не добрался, но надеюсь сегодня доберусь. Особенно до Иден. Это самая основная. Так, начнем, наверное, с компании. Так, нам вот сюда. Летим, летим, летим. Кстати, я прошел одно испытание. У меня теперь вместо вот таких сцеплятельных тросов, вместо двух, четыре теперь. Вот. И это намного лучше, чем было. Вот такие вот дела, друзья. И чтобы такие получить, такое улучшение, нужно проходить вот такие вот испытания. Сейчас я вам покажу. Так, где-то оно здесь было. Вот такое. Все, что связано с тросом, короче. Ну, тут их не так уж много, но найти можно. Так, начинаем. Я хочу к бабушке. Как дела у Марио? С ним все хорошо. Рико, добей меня, добей. Все-таки он еще ребенок. Зато симпатичный. Как скажешь. О, Рико, очень интересно. Что тут делает Зино? О, он умник. Сказал, что у генерала работал над бавариевым оружием. Потрясающие результаты. Баварий внедрен в пластины брони. Дает неуязвимость к обычным снарядам, взрывам, огню. Все ясно. Что ж, неуязвимые танки. А хорошие новости есть? Я пока не знаю, как сломать защитный барьер. Это хорошие новости. Многие из деталей для этого танка производятся на заводе неподалеку. Ясно. Дайма, давай проверим. Нет, 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 слишком опасно. Тео может взломать их системы. Нет, нет, нет. Тео починит танк, а потом мы его продадим. Если у нас будет и болезнь, и лекарство, выручить можно больше. О, хочешь разработать новое оружие? В общем, решено. Мы втроем отправляем... Все понятно. Эй, Рико, когда будешь на месте, найдешь игрушку, которую мы для тебя оставили. Нам от тебя понадобится отвлекающий маневр. На тебе будут военные, которые отреагируют. Все ясно? Mm-hmm. Все понятно. И вертолетик такой. На воду садится, круто. Так, чтобы добраться туда. Рико, не хочешь рассказать старому доброму Шелдону, что происходит? Ты многих людей заставляешь нервничать. А ты не нервничай. Про клевые танки Дировелла, Шелдон. Да, конечно, дружище. Как думаешь, откуда они взялись? Из старого доброго агентства, конечно. Черная рука за них не кисло отвалила. Что такое черная рука? Наемники на Дировеллу работают. Серьезные ребята с прокуренными голосами. Да ну этих черных идиотов. Понимаете, нужно, короче, побольше разрушений. Сделку с Дировелла. Они получают часть. Надо всех поубивать. Запутанную никого нельзя оставлять. Так, мы почти долетели, можно и вот так добраться. Где этот вертолет? А, он уже падает. Быстренько. Так, что тут у нас? Всего лишь добраться пока что. Этот город освобожден? Вроде да. Так. Ой. Я здесь. Че мне, блин, брать снайперку, что ли? Мы на подходе. Ну ладно. Отвлеки их. Вот. Сейчас. Где цель? А, вот заправка. Я люблю эти взрывы. Они тут очень четко прорисованы.
Ну, получше, чем в GTA, по крайней мере. У меня почему-то сравнение Just Cause 3 с GTA 5. Наверное, потому что это такой же огромный мир. Хотя Far Cry тоже было очень круто. Посмотрим, что ты можешь, Рико. Уничтожь их. Так, едь. Ой. Да блин. Вот. Один готов. А тут целиться, по-моему, и не обязательно, если только далеко. Так, где? А, вот вижу. Можно попасть и так. Вот и попал. Есть. Так, где дальше? Кто, где? Не вижу. А, вот. Блин, я бы с этим гранатометом, который у меня был, намного больше бы натворил, чем с этой снайперкой. Так, где еще? Так, вижу. Готов. Нашими глазами в небе. Баварию. Лечу. Он чем занимается? Выделяет Баварии из руды. Баварий получается чище. Его можно использовать в оружии. Только он чуть-чуть менее стабилен. И много таких заводов? Есть немножко. Судя по следовому содержанию других веществ, можно точно сказать, что в захваченном танке... Эй! Все, я добрался, так. Эй, что тут? Не нас? Все тут умеют летать. Ой-ой-ой, ты что делаешь? Бум. Да, бочки надо оставить пока что. Понадобится. Давай повеселимся. Займись пультом управления. Ворота... Твою довольную рожу даже отсюда видно. Да пошла ты, курица. Чего вдруг довольна? О, нормальная машинка. Хватит уже, Родригес. Так. Ух ты. Они на дело приехали на классические машины. Молодцы, блин. Взяли бы какую-нибудь, не знаю, с пулеметом, бронированную. Идиоты. Так, что? Что происходит? Быстрее давай! Так, вот. Но пока никого дай нету. А, черт. Еще фаервол. О, птицу сбил. Так, вижу. Держи. Придется еще повозиться. Рада, что тебе нравится, но мы тут долго не выдержим. Сдохни уже наконец. Так, вот еще ребятки идут. Ты че с баллоном, дурак что ли? Это че было? Почему они с баллоном бежали? Да мне-то что? Идиоты. Так, что дальше? Где? Кто? Когда? Шифрование куда лучше, чем я ожидал. Тео, мне все равно. Заканчивай уже. Так, ребятки приехали. Нужно взорвать машину. Я уже копирую данные. Да взрывайся ты уже. Вот, они как раз были рядом. Прям очень повезло. Есть, есть. Так. Да блин. Чё-то у меня прицел сбился. Так, есть. Так, давай, все. Прикрой, Рико. Блин, патроны. Рико, прикрой, взрывайся, нас. Давай.
Есть, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Наступаем! Рико, прикрывай! Блин, тут наперед не особо получается стрелять. Что? За короткое время навалилась авария, и все взлетит на воздух. Да что ты делаешь, идиот? Блин, я его не вижу, вот он. Да что такое? Мы идем вперед, Рико! Прикрой нас! Да прикрывай, прикрывай, заткнулась бы. Только отвлекаешь. Вот, держи эти твари. Рико, блин, их здесь как муравьи. Прикрой нас. Приближаются враги. Сдохните уже все. Так. Да блин. Да, напряженное задание, скажу я вам, друзья. Все, патронов не осталось. И что дальше? Ага. Они сели в вертолет. Рико, доставай свой крюк, цепляйся. Сейчас, подожди. Птички, жалко. Так, все, зацепился. Да ты обнаглел совсем. Защищайте вертолет. А повыше подняться ты не можешь? Защищать здесь нет кого. Никого нету. Уничтожил. Так говоришь, словно я первый раз это делаю. Готово. Разберись с ними, Рико! Пошла ты. Так, здесь никого. Что? Кто стреляет? Блин, нету звуков моего автомата. Это бесит. Не попал. Приближаются еще враги. Блин, это из-за этих идиотов я взял этот чертов снайперку. Удивительно, что мы еще живы. Со своим гранатометом, блин, я бы всех уже поубивал. Следи за словами, а то я забуду, что ты внизу и резко сяду. Заткнулся бы, Нига. Так, сейчас вот сюда зацепим. Цепляется, падла. Вот, иди туда. Чёртов урод. Так, есть. Внизу враги! Уничтожь их, Рико! Да тут и наверху враги, блин, достала ты уже. Все, один готов. Где, где, куда? Вот. Эй, блин. Все, готово, нету врагов. Еще вертолет. Давай, падла. О. Так, кто тут? Ну давай, вылези уже. Да поверни немного, придурок! Я сквозь стены стрелять не умею. Спасибо, Рико. Мы выбрались. Мы передадим сведения Дайме. Береги себя. Все, блин, эксплуатировали как могли. Вот так. Так, этот город не освобожден.
освободим его в следующий раз. У нас тут где-то задание поблизости должно быть. Так, вот оно. А почему нет быстрого перемещения? Вот. Тут туда еще лететь долго. Это будет неинтересно. Так. Повстанцы твари. То есть эти военные твари. Повстанцы-то свои, ребята. Что было? Так. Ну вот сюда мне нужно. Это вот туда. Поворачивай, идиот. Так, здесь есть куда? Нету. Блин. Выбрался наконец-то. Так. Подготовка. Аника, Шелдон и Луч. Это еще что? Родригес, видишь вон там? Похоже, какой-то научный объект. Верно, Техас? Это скат. Ничего себе. Исследовательская станция. Один из трех крупных объектов в бывшей системе корпорации Итан. Для закрывшейся компании она неплохо выглядит. Они занимались исследованиями погоды... Так, ясно. Я с ней разберусь. Вообще не проблема. Так, перехватите самолет. Родригес, мои ребята сейчас доставят тебе транспорт. Отлично. Куда? Техас, координаты есть? Держи, ковбой. Так, добраться. Понял. Ну, а чё не садиться-то? Итак, куда мы направляемся? А, да, мне наверху понятно, надо быть. Чё? Нормально. Говорит Луч. Не обязательно побольше. Быстрее, прочнее. Больше огневой мощи? Да. Звучит неплохо, Луч. И что тебе надо? Тебе нужен мой уютный магазинчик, где можно раздобыть подробную информацию и разные военные штучки. Я слышал, что наши приятели из Черной Руки строят супербыстрый реактивный катер. Агентство уже давно положило на него глаз. Его перевозит грузовой самолет. Прибудет совсем скоро, омбре. В общем, Рико, делай, что умеешь. Угоняй самолет, кради катер... Блин! Чё я наделал? Поднимайся давай. Новый катер без оружия, это просто катер. Чё я наделал? Блин, я случайно его зацепил. Так, ладно, повтор. Начнем еще раз. Ну давай уже. Родригес, мои ребята сейчас доставят тебе транспорт. Так, отлично. Отлично. Куда? Техас, координаты есть? Держи, ковбой. Ну давай уже, полетели. Итак, куда мы направляемся? Давай по порядку, Родригес. Чтобы у тебя был хотя бы шанс, тебе понадобится катер побольше. Говорит Луч. Не обязательно побольше. Быстрее, прочнее. Больше огневой мощи? Да. Звучит неплохо, Луч. И что тебе надо? А, блин, взлетай. Мне нужен мой уютный магазинчик, где можно раздобыть подробную информацию. Блин. И разные военные... Все. Я слышал, что наши приятели из Черной Руки строят супербыстрый реактивный катер. Вот так нормально. Агентство уже давно... Ты тут как? Ты в порядке? Угоняй самолет, нормально. Катер, привози его Лучу. Говорит Луч. Штурмовой катер без оружия — это просто катер. Мне нужно вооружение, ракеты, пулемет.
слыхал, Дан? Ты сказал, что достанешь. Как? У меня все схвачено, мой друг из бывших коммунистов. У дяди Шелдона есть связи. Блин, столько болтовни, блин. Давайте уже полетели быстро. Лучше просто сиди на месте. Достали они уже, если честно. Я его отцепил, он все падать не хочет. Говорит Луч. Да, очень недолго. Так, вот сюда его прицепим. Вот там и поболтайся. Нормально. О. Визуальный контакт с целью. А мы плана получше не могли придумать? Не могли. Это наш единственный шанс. Упустишь самолет, суперкатер не получишь. Блин. Шелдон, какая у тебя информация? За ними летит такой самолет, блин, с таким придурком на носу. А, об этом не беспокоит. Я бы от них не то что улетал, просто убегал бы по воздуху. Вот-вот. Так, что дальше? Ну давай уже. Блин, крюк не достает. Еще чуть-чуть, давай. Ближе, блин. О, вот, все. Так, все. Мы прилетели и теперь воруем самолет. Так, куда нам? О, вы что, идиоты? Ой, не попал. Блин, не цепляется крюком. Неплохо для заурядного транспорта, Шелдон. Что? Так. Что за дерьмо? Родригес, что дальше? Быстрее выбрасывай груз. Так, выбрасываю. Воу! Что дальше? Мне прыгать? Летайте самолетами. Блин, сейчас еще и не успею, будет вообще облом. А, успел, нормально. Воу, какой крутой катер. Ничего ж не такой. А ну-ка давай залазь. Блин, круто. Еще и азот есть. Лодка у меня. Тебе понравится, Луч. Воу. Говорит Луч. Она еще и дрифтует. Но у меня так и нет оружия. Где же оружие? Ничего себе. Уже занимаюсь этим, лучником. Вы, русские, можете хоть иногда немного потерпеть. Не получится вот так вот щелкнуть пальцами и получить высокотехнологичное секретное... Азот, блин, он вообще, можно сказать, не заканчивается. Еще бы не врезаться никуда. Паника. Так. Что дальше? Дрифтим на катере. Коды доступа. Черная рука. Вот так. Кто-нибудь когда-нибудь дрифтил на лодке? Пришлось вам поработать. Давай уже. На материке перемещается в составе конвоя. Очень быстро. Так, тормози, тормози. Очень крутой корабль. Все. Специальная доставка для господина Луча. Так, дальше. Моя команда уже на месте. Ждем только тебя. Отправляйтесь к месту засады. На катере или как? Нет, не на катере. На катере нельзя. Ну, значит, на вертолете. Садись давай. Че, на вертолете тоже нет? Блин. Так, взлетай давай повыше.
Так, мне теперь надо лететь на ту базу, по-моему. Говорит Луч. Да, этот катер то, что надо. Даже если не то, что надо, пошел ты в задницу, Луч? Урод. Зачем ты это делаешь? Говорит Луч. Тайма всегда о тебе отлично отзывалась, Родригес. Она сказала, что без тебя... К черту Дайму и тебя, блин. Все, разговоры, блин, достали уже. Как вы уже знакомы? Говорит Луч. О, не понял. Почему у меня три ракеты? А, нет, не три. Две. Отличная работа, Луч. Так, осталось совсем... Итак, я достоин немного. Самого безвестного героя в мире. Приходится самоотверженно работать за кулисами, чтобы все почести принимал великий Рико Родригес. И ты можешь идти туда же, куда я отправил предыдущего. И сбросил его с твоим другом Лучом. Так что у вас будет вполне себе партизанский отряд. Шелдон, если ты хочешь сейчас клясться в верности и преданности, думаю, что у нас не хватит времени на это задание. Да и вообще на задание. Блин, долететь бы еще туда побыстрее, как это все долго. О, маяк. О, что там было? Походу рация, вот эта запись. Надо будет потом проверить. Все, летим. Готово, сэр, я пришел. Конвой на пути к твоей позиции. Заложи так, взрывчатку это на мосту по-любому. И подожди ее по моей команде. Когда они окажутся в ловушке, мы ударим. Так, какой мост? Кого взрывать? Припасы повстанцев. Мне снайперку взять опять? Как они достали, блин. Или нет? Ждем, Рико. Ждем. А где этот гранатомет? Вот он. Давай! Баба! И все? Вы слышали? Вперед! Держите, ребятки! Это все! И где коды доступа к скату? Это все! Что останется? Так. Что тут еще? Чемоданчик. Готово, чемоданчик у меня. Взять. Что дальше? Чемоданчик. Готово. Хорошо. Готово. Смотри, нужно попасть туда. Для куда? Для второго этапа нужно угнать катер черной руки. Где? Шелдон расскажет остальное. Говорит Шелдон. Что с козликом? Наверняка там есть что-нибудь подходящее для угона. Так, это где, блин? Наверное, опять за пару километров. Так, значит, в этих... 3 километра, блин. Они ставят так называемые генераторы электрического поля на свои катера. Если вы, ребята, хотите пробраться на скат, то... как они достали. ...станет последний атмосферный модулятор корпорации Итан. О. После того, как разразился вот шторм, это мне нравится. Какой-то электрический феномен под названием... Все, воу, держись. Зарядка, или как-то так. В общем, большая жарилка полностью спятила. То есть, если подойти близко, тебя поджарят, так? А что с черной рукой? О, блин, туда мне аж. Рад, что ты спросил, Омбре. Прикрепи один из генераторов к своему катеру, сплавай на скат и вернись до того, как тебя поджарит. Да, эти генераторы нивелируют разницу потенциалов и не дают атмосферному модулятору... Так, я сейчас на скат плыву, лечу, не пойму. А, вон там скат, или нет? Да, скат там. Значит, сейчас я иду, лечу угнать катер, а потом уже на скат. Понял? То я думал уже в море и... Думал, где я тут возьму катер-то. О, вертолет. Кому-то не повезло.
Так, держись. Я в сухом доке, и я здесь не один. Ага. И желательно, чтобы черная рука не прознала о наших планах. Да. Понятно. Это вообще не проблема. Ой, блин, че я? Держи. Так, ребятки, как у вас делишки? Ой, блин, сейчас убьют. Так. Где я не вижу? Ага, вот. О, блин, убили! Мать вашу! Черт. Так, нужно было бы оружие, наверное, получше взять. Надеюсь, я сейчас окажусь не где-нибудь на берегу. О, еще и с катером. Нормально. Так, летим. Я в сухом доке, и я здесь не один. Желательно, чтобы черная рука не прознала. Да, они вообще никак не узнают. Понятно. Так, готов. Так, надо бы спрятаться, блин. Сейчас убьют жулики. Так. Есть. Иди туда. Есть. Так, вон там еще катера. Еще попасть в них. Так. Вот эту... Ой, блин, где? Так, кто тут внизу есть? Так, этот готов. Аккуратненько. Есть. Все заодно разрушим. Оно здесь ни к чему вообще. Готово. Так. Все, лети отсюда. Так, теперь сюда. Есть. Мне нужно теперь оружие. Так. РПГшечка. Ну вы дятлы достали уже. Опять! Сколько можно, блин, сколько их тут? Вертолетов, надеюсь, больше нету. Так, нужно поставить беспалево. Вот отсюда попаду. Попал. Есть. Еще там один вон. Вот я тебя вижу. Все. Больше не вижу. Так, все. Готово. О, вот еще оружие. Так, зачистить сухой док. Зачистил, а дальше... А, вот еще. Все, готово. Ой, блин. Еще и на голову упало. Готов. Нормально. Как мне вернуть его? Штука-то здоровая. Один из моих летит к тебе на вертолете. Остальное сам додумаешь. Что, кого вернуть? Доставьте один из генераторов. Все, понял. Может использовать трос, чтобы перетащить генератор вертолетом? Должен выдержать. Будем надеяться. Так, ну давай, где ты?
Лети сюда, дурак, блин. Ой, черт тебя побери, куда ты? Зачем сюда? Так, мне это самому надо все делать. Так, хорошо. Сейчас замутим. Мне нужен только один. Не проблема. А, да садись, давай. Есть. Все. Теперь ты иди сюда. На всякий случай еще прицепим. Все, этого хватит. Так, теперь попробуем. Да, нормально. Полетели, ребятки. Только это будет очень долго. Один генератор электрического поля у меня. Неплохо, Родригес. А ты что думал, в сказку попала? Шкура. Да так, просто захватила катер черной руки. Еще один катер. Ракетный катер, это слишком очевидно. Он должен атаковать и сеять хаос. Это катер, Рико. Но чтобы проникнуть туда, тебе понадобится другой. Эдакий троянский катер. Все это часть плана. Понятно. Сами ничего не делают, все должен делать я. Ракетный катер почти закончен. Нужно еще время. О, надо будет потом взорвать вот это все. Голоса, который использует черная рука. А, будет весело. Цель нейтрализована. Че прикалывается, уроды. Так, чтобы немного увеличить скорость, иногда нужно нажимать Ctrl. Так он разгоняется чуть-чуть быстрее. У нас эта штука сзади меня оказалась. Вот так. Ну, я уже почти добрался. А скорость теряется от того, что я нажимаю Shift, то есть взлететь. Так. Осталось чуть-чуть. Чтобы не взорвать эту штуку. Так, вот. Почти добрался. Долго-то лететь оказалось. Вот, все. Отлично. Ты облажался. Снова. Ты промахнулся. А, так, что у нас здесь? Ладно, еще раз. А, отлично. Готово. Ну, что там видно, луч? Теперь у тебя есть движок от истребителя, улучшенное управление и, конечно же, ракеты. Вот и прекрасно. Нужно как-то назвать. Это катер, но с ракетами. Может быть, ракетер? Ракетер. А что если лучшено? Да. Идиоты, блин. Лучшено, блин. Так. Миссия выполнена, подготовка. Лучадор разблокирован. Так, что у нас дальше? Какие миссии тут есть? Чтобы открыть вот эту, освободите провинцию Зона Скат. Вообще не проблема. Ну это потом. У нас есть еще вот такое задание. Сейчас отправимся к нему. Блин, быстрое перемещение тут не работает, это плохо. И здесь нет. Ну хотя бы немножко ближе. Вот сюда я могу быстро переместиться, а оттуда добраться так. Нормально.
Так, вот куда-то уже добрались, а тут уже, наверное, рукой подать. Но это только наверное. Так, а на самом деле... Ну да, рукой подать. Летим тогда. Надо бы улучшить наши ускорители. Это было бы неплохо. Вот. Следующий уровень. Увеличение силы. Делает ускоритель мощнее. Вот это хорошо. Потом... увеличение скорости пулемета. Это, ну, так, нормально. Эко-ускорение. Модификатор ускорения Вингсюта наивысшего уровня снижает расход ускорения для всех маневров на 50%. Еще две ракеты. Четыре ракеты. И вот совсем неплохо. Так, а это что такое? О! Это что? Такого дрона у меня еще не было. Ну ничего, думаю, скоро будет. Все будет, друзья. Надо потихоньку открывать, потихоньку проходить. И побольше всего взрывать. Так, вот. Вот он, твари. Тише, тише. Это я просто сюда заглянул. Я аж случайно, ребята. Все с... Это я ж, блин, просто так. Я ж с вами драться не собирался. Какие-то агрессивные они. Так, вот и наше задание. О. Не могу найти цель. Освободить, что ли, по-быстрому? Тут только статуя и громкоговорители. Так. Один уничтожили, второй уничтожили. Блин. Так, и теперь статуя, вот она. Ну, это совсем не проблема. И еще раз. Вот и все. Город освобожден. Все готово. Такое быстрое освобождение получилось. Так, и задание наше близко. Вот. Длинные и опасные, что я не успел прочитать. Так. Нет сомнений в том, что твоя подруга Дана близко. Да ну вас. Слишком много болтовни. Езжай или лети. Ну давай, что уж тут поделаешь. Твой друг Шелдон просто кладезь информации. Чем ты ему ну не так, угодил? Давай-ка. Полезно иметь его на нашей стороне. На вот этом полетим. Шелдон поедем. На стороне Шелдона. Так. Это уж точно. Эмми, Тео и Аника. Этих всех тварей нужно защищать. Так, не мешайся тут. Было. О, ничего себе. Варфейсеры пришли. Солдаты! Живее, народ! Так, держи-ка. Солдаты не дадут проехать. Да разбираюсь. Вот и все, почти разобрался.
Генератор пробило пулями. До места мы не доедем. Движок накроется. Да, конечно. Рико, я тут застряла. Помоги мне. А бочки объехать. Ну и блин. Давай посмотрим, докуда дотянем. Все, проезжай давай. Значит, просто забить? Отличный план. Позер. Так, дальше. Эта шкура уже достала. Откуда взялись солдаты, Родригес? Обычная проверка на дорогах? О, козлик. Не похоже. Их целью был грузовик СМИ. Дировелла что-то знает. Беги. Или кого-то. Так. Смотрите в оба. Смотрю, я смотрю. Так, никого. А, вот стоят. Прям совсем без палева. Не нравится мне это. Блин, два раза не попал. Все, иди туда. Есть. Готово. Почти. Ну давай уже, сдохните. Ой, блин. Нам не проехать, пока ты не разберешься с солдатами, Рико. Скорее. Так, где? Я тебя видел. Падла шкура, мать твою. Что, все, вот, наконец-то. Не все? Сколько можно? Блин. Теперь точно все. Готово, все чисто, поехали. Дай-ка мне свою РПГшечку. Учти, после этого ты будешь нам должен еще услугу. Это я вам должен еще, да? Разворачивайся, Тео, они сзади. Где, не вижу. Я смотрю, они настроены решительно. Привет, Рико. Так. Пошел отсюда. Опа, висит тут. Готово. Больше нету. Где? Кого стреляешь-то? Постой-ка там. Немножко, дружище. А, теперь спереди, да? Черт возьми, Рико, мы застряли. У них кроме Рико, Рико, ничего нету. Блин, живучий какой. Все, сейчас открою, подожди ты. Он, наверное, ждал, пока я выстрелю в него. Так, все. Через мост, скорее! Отрежем погоню. Отличная мысль. Похоже, дорога односторонняя. Есть. Блин! Как? Да все, отпусти ты этот крюк. Я лечу, твари. Чем ты занимаешься? Защищай грузовик ЦМИ. Блин. Все, довольны? Блин, закончились. Оу! Ничего себе! Если меня убьют, вы, блин, твари, тоже сдохнете. Так что лучше меня защищайте. Еще со своими гранатами, блин. Держи вон. Сопровождение, блин, какое-то.
Зато вон тому нормально, в него почти не стреляет никто. Перезарядочка. Что, опять? Все. О, блин. Танки. О, как четко попал. Они бросили в бой танки. Где? Не вижу. Не вижу я эти танки, блин. И где танки? Еще танки? Ты больная, что ли? Где? Так. Сколько же их там? Рико, как только мы перейдем на ту сторону, взрывай мост. Этого они не ждут. Так. Все, довольны. Мы едем мимо военной базы? Серьезно? Надо выбираться отсюда. Так, мне нужно оружие. А, это наша база. Не зря же я ее освобождал-то. А вот и вертолеты. Где? Не вижу. Где ты их увидел, блин, идиот? Ой, блин. А, вот теперь слышу, где. Вот он. Остается только надеяться. Так. Наши противовоздушные системы там тоже стоят. Кто? Блин, Эми совсем. Потому что у меня есть мало жизни. Не сейчас, Анника. Эй, остынь, Амико. Как скажешь, потом поговорим. О, вертолет! Осторожно! Сдохни, тварь, сдохни. Есть. Вот, для вас даже дорогу, блин, расчищаю. Твари ленивые, ничего не делают. Так, здесь что-то будет интересное. Так, того мотоцикла у меня нету. Готово. Так, это не моя база. Это точно. Так. Быстро, быстро, быстро. Да я не сомневаюсь, что не протянет, блин. Я делаю, что могу. Где еще? Вон. Так, готов. Кто-нибудь еще есть? Блин, один танк все-таки нужно было оставить для себя. Эй, 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 ты че? Мы достаточно близко. Да. Включай устройство. Будь что будет. Еще я его должен включать, блин. Так, готово. Эй, танки же я взрывал. Машины сейчас взорвутся. Я их и так взорвал, блин. Ради этого приехали сюда. Чуть не сдохли. Технику вон сломали свою. Я бы опять всех сам подлетел бы и взорвал. Придурки, блин. Все, ну вас. Должен признать, что я разочарован, мистер Шелдон. Что ж, можем обсудить это за стаканчиком, Себастьян. Так, я так и знал, что Шелдон предать. У меня нет желания беседовать, мистер Шелдон.
20 лет назад мы заключили сделку, ты и я. И ты не выполняешь свои обязательства, это меня расстраивает. Но... Так и знал, что он предатель. Так, дальше. Миссия выполнена. Внимание всем постам. Цель скрылась. Да ты что? Ну вот, друзья, думаю, на сегодня хватит. Продолжим остальное в следующей серии. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.